Всем привет! С вами народный строитель Андрюха, и мы наконец-таки перезимовали первую зиму в своем замечательном домике из опилкобетона. Ну а сейчас, мои дорогие подписчики, я бы хотел сказать, что строительное дело не дешевое мероприятие, и не всегда все необходимые стройматериалы или инструменты представляется возможным купить за наличные, и поэтому кто-то все-таки решается взять кредит. Но как быть, если не получается его выплатить? Я вам предлагаю посетить канал «Успешный банкрот». На этом канале юристы расскажут, как законно списать долги и как забыть про коллекторов. Также каждому подписчику гарантирована бесплатная юридическая консультация для него и его друга, хотя такая консультация стоит порядка 10 тысяч рублей. Подпишись на единственных честных юристов против коллекторов. Ссылка в описании. В доме было очень тепло. На данный момент в доме очень сухо. Сейчас мы практически не топим. Где-то одно ведро в сутки вечером стапливаем, и все. Дом показал себя очень хорошо. Никакие стены нигде не промерзали. Температура была всегда стабильная. Всегда составляла 25-27 градусов. Дом весь сухой, все углы сухие. Гипсокартон никак не отщелкивается, никак не облупляется. На втором этаже совсем очень тепло, хорошо. На первом тоже комфортно, замечательно. Все это достиглось благодаря еще и дополнительным трубам отопления под полом. То есть они тоже сыграли свою роль. Кроме того, много окон с солнечной стороны. Вот он, то есть юг получается, да, солнышко. А вот они, окошки. С той стороны у меня практически нет окон. Вот, они тоже очень хорошо прогревают дом. И даже зимой это очень хорошо чувствуется. А, еще экстренная ситуация была, когда шифер улетел у нас. Шифер залатали, и все замечательно. Вот. То ли из-за того, что фронтон подшили, почему-то стал шифер немножко взлетать. Вот, ну теперь, получается, я вот, где был гвоздь, большущий такой гвоздь, я там вкрутил саморез 120-й, и потом еще по три самореза докрутил. Я думаю, что их не сломает, потому что на гвозде-то он все-таки держится. Двери никакие не просели, окна все замечательно открываются, закрываются. Выставили также мы пчелок. Пчелки тут летают, ветки тут, клен напилил лишний тут, между участками у нас был. Так, потихонечку облетываются, весна у нас просто ужас. Купил я в дом электрику, собираюсь сделать электрику по дому. Сам я далеко не электрик, но в принципе знаю, как подключить лампочку, как подключить розетку, кабель каналами сделаю. Вот. Я уже показывал, как мы живем в этом доме зимой. Показывал температуру, какая зимой. Вот. Все это было стабильно. Сожгли за зиму мы 5 тонн угля. Я сейчас купил мешками 250 килограмм. Но мы просто в первую часть зимы очень активно топили, потому что я думал, чтобы надо, чтобы стены все-таки были очень теплые, прогретые изнутри. И как бы вот старались, до Нового года мы топили, и как бы быстровато уголь летел. У нас котел вот этот Будерос выставляли иногда длительного горения 70-65 градусов выставляли. А с Нового года мы как-то уже успокоились, стали выставлять 60-55 вот уже весной. И как-то все меньше и меньше, и стали поменьше маленько топить. Температура стала, ну, где-то 23-25 стала. По более нормально, потому что поначалу первую полузимы было даже жарко. Вот. И, в общем-то, на вот такой вот дом, на 130 квадратов, у нас ушло в Сибири, повторяю, Бийский район, Алтайский край. Толщина стены 35 сантиметров. У нас ушло 5 тонн угля. Абсолютно без дров. То есть он топится. Ну, у меня там мешок один дров этих напилено, вот таких коротеньких, чисто на разжижку. Но печку разжигали там раз в две недели, то есть чистили, ну и иногда, когда затухнет. Там надо вот так горсть этих щепок. И сам дом очень бюджетно получился, в принципе. Ну вот и все, всем спасибо за внимание, с вами был народный строитель Андрюха. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, успехов вам на стройке, ничего не бойтесь, старайтесь, и будут заслуженные труды вашей работы. Будете вознаграждены, так же, как и я, в принципе. Ну, всем спасибо за внимание. Пока-пока.